это блюдо вполне можно относить к диетической кухне, используется самый минимум масла, к тому же, присутствует полезная тыква, которая придает блюду особую нежность, обязательно попробуйте. Перед вами простой рецепт приготовления диетических тефтелей из говядины. Тефтели готовятся из говяжьего фарша, смешанного с тертой тыквой, яйцом, солью и специями. Отдельно готовим соус. Тушим лук с морковью, вином, специями и помидорами. Кладем в соус тефтели и готовим под крышкой еще 30 минут. Удачи! Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Очищаем две луковицы, одну нарезаем крупно, а другую измельчаем для фарша. Тыкву необходимо очистить и натереть мякоть на терке, помидор режем кубиками. Говяжий фарш смешайте с измельченным луком, половину тертой тыквы, яйцом, солью и специями, тщательно все перемешиваем. Формируем из фарша тефтели. Вкуснее тем, кто подпишется. Готовим соус, лук и оставшуюся тыкву тушим 10 минут на сковороде. Добавляем помидоры, специи и вливаем вино, перемешиваем и тушим еще 10 минут, под крышкой. Выкладываем в соус тефтели, тушим 30 минут под крышкой, огонь должен быть медленным. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество, далее. Говяжий фарш, 450 грамм, тыква, 350 грамм, помидоры, 300 грамм, лук репчатый, 200 грамм, яйцо, 1 штука, масло подсолнечное, 1 чайная ложка, вино сухое белое, 100 миллилитров, соль, 1 по вкусу, специи, 1 по вкусу, количество порций, 9. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Приятного аппетита, приходите еще.